похлопа, это вкусный и он сладкий, и он желтый этот. И он всегда желтый. И мне нравится любой, только не кислый. Это чтобы молоко оставить. Он получается из вулика, а во-вторых, получается он из пчелок или ос. Или это. Или шмелев. И дают пчелки. Его едят с хлебом или с тортом. Я кушаю его с молоком. Там вырабатывают такие вот это штучки, называются вот такие вот это домики и деревянные. И там делают такое крыльцо маленькое и дырочка. И там жилят эти это. Как там его? Хранят его в банке.